Выявить и вылечить онкологию в одном месте. Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии в Димитровграде работает не так давно, но уже успел зарекомендовать себя как уникальный комплекс замкнутого цикла. В учреждении представлены все имеющиеся на сегодняшний день методы диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, которая с рабочим визитом посетила город атомщиков, осталась довольна работой центра. Центр по своим масштабам и по современности входит в двойку ведущих центров Европы. Значит, есть все, начиная от онкологического амбулаторного центра, позволяющего на самых ранних стадиях выявлять онкологическую патологию любой локализации. Мощнейшие диагностические возможности. Ежегодно центр могут посещать до 20 тысяч пациентов. Пока лечение в Димитровграде прошло чуть больше 800 жителей Ульяновской области и соседних регионов. Но в планах принимать пациентов из ближнего зарубежья и стран СНГ. В состав центра входят свыше 20 корпусов. Это и консультативная поликлиника, и стационар, и протонный центр. Важно, что в этом центре есть полноценная медицинская реабилитация. Это головной центр в стране по онкореабилитации, который включает все возможные технологии. Вместе с главой региона Алексеем Русских гостья подписала ряд соглашений о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над обучающими программами, научными разработками в медицинской практике. Будет создана единая информационная система по донорам. Соглашение направлено на создание условий и взаимодействия между научным и медицинским сообществом с тем, чтобы все новейшие научные разработки внедрялись бы на практике. Также агентство окажет помощь в подготовке квалифицированных специалистов. Для этого в Димитровграде открыли центр по подготовке кадров. Он будет активно взаимодействовать с ведущими вузами Приволжского федерального округа. Напомним, что все медицинские учреждения Димитровграда входят в один кластер и работают под одним юридическим лицом. Сделано это, по словам Скворцовой, для того, чтобы повысить качество оказания медпомощи. С этого года наши медицинские организации, работающие, соответственно, в Димитровграде, вошли в основные национальные проекты в сфере здравоохранения. Это модернизация первичного звена здравоохранения. И на будущий год мы начинаем модернизацию 3 поликлиник, создание центра нового производственной промышленной медицины, который будет объединять все виды амбулаторной помощи. Также в ближайшие 2-3 года в городе откроют Центр женского здоровья и амбулаторный центр онкологии для взрослых и детей. Анна Тищенко, Улправда ТВ.